А на этом канале вы узнаете, как играть в CSGO на телефоне, какие существуют красивые и дешевые скины, и еще очень много инфы о CSGO. Заходи и подписывайся, ссылка в описании по аннотации. Также на данный момент на канале проходит крупный розыгрыш. Всем удачи! Да что, прям не ломается что ли? Давайте четвертый раз попробуем. Нахера подобного. Ладно. Зато удачно припарковались. Так, чё, на задание или куда? Братан, я, конечно, все понимаю, но это я не понимаю. Что разглядывает? У меня что, такой маленький, что ли? Эй, ты, Леп с китайской сборки. Что это за намеки такие? Стой, ты куда пошел? Ты чего, тварь, на меня так агрессивно молчишь? Мармок. Наконец-то свобода действий. Так, как там бить? Уже штаны менять надо. Так, чел мой дорогой, что ты там ешь? Брось это! Чувак, ты по-любому ел кошку или собаку. Вон как скрючило пацана. Чуть не умер, бедняга. Братан, сделай промывку желудка. Или педигри нюхни. Животное само выйдет. Уху! Прощай, кожаный салон! Задание выполнено. Правда, не без косяков, но я же мармок. По-другому я не умею. И это печально. О, ребятишки! Прости, братан, я думал, ты уснул. Я забыл, что у вас глаза от природы такие. Эх, братка, где ты все это время был? Я по тебе так соскучился. Сейчас я покажу тебе весь Гонконг. Тут столько поменялось. Чувствуешь этот запах ночного Гонконга? Чувствуешь? Кажется, пахнет качественными пиццами и бай доктор Дре и ножом-кредиткой. Что за херня? Фак, китайские копы. Берем кейс и сматываемся. Мать твою, я не хотел прыгать! Кусок китайского болтуса, это не Джеки Чан, и это не час пик, придурок. Ладно, убегаем от копов. Мы законопослушный госслужащий гражданин. Идем домой с работы. Смотреть Наруто. Ого, столько народу. Здесь что, очередь? Не люблю очереди. Ненавижу очереди. Сука, бесят меня очереди. Ушли домой, мелкие твари. На, покушай мою пятку. Шляпки свои заберите, уроды. Ну, ай, ладно. Бля, ты же продавец, стой! Нет! Куда пошел? Рабочий день еще не закончился. Два рогалика с повидлой, пожалуйста. Эй, ты че там тараканов для жарки ловишь? Да, походу рогаликов не будет. Так, посторонитесь. Ты уплыл отсюда, блин. Я за здоровый образ жизни. Брось бутылку. Какой злой дедуля. Ша, дедуля. Ну чё, давай помахаемся. Не успеваешь за мной? Реакция не та, да? Старый хрыщ. Ой, блядь. Нихера себе старая китайская задница выдала. Оставь меня в покое, старый псих. Бухай сколько хочешь. Это были, несомненно, лучшие дни в моей жизни. Берегись, беременный еж. На небе появился ястреб. Да ладно, я же хорошо спел. Вы насрали мне в душу. У вас просто нет слуха. От этого что, задание зависит? Блять, ну ладно, спою вам еще раз. Не сдавайся, братан. В лицо бей, сука! Давай, коробка с болтами, быстрее! Ну, мать вашу, куда вы лезете? На! Лови оленя!
Не тут-то было. Ща, подожди. На, бля! Фак, загорелся. Чего? Где взрыв? Где взрыв? Что это за китайский чпуньк? Девушка, а может вы поднимите трубку, а? Ты же ничем не занята. Подними трубку. Ну подними. В чем проблема? Подними трубку. Тварь, я тебе шею сверну. Ответь, тварь, на звонок. Подними трубку. Трубку. Ребят, тут только что такой сумасшедший несчастный случай произошел. Вы не поверите своим ушам, если я вам расскажу. Не поверите. Я к ней пальцем не притронулся. Пальцем. Как танцевать? Я не умею танцевать. Я только умею изображать анчоуса на суше. Мам, у меня так начинает голова кружиться. Что делать, как мне знакомиться с самками в клубах? Йоу, тёрка клубная, чика, ты хочешь меня? Гоу, сосаться. Добрый вечер, сэр. Пожалуйста, выслушайте мое специальное предложение. У вас есть уникальный шанс стать продавцом этого магазинчика. Для этого вам ничего не требуется. Приступайте к работе прямо сейчас. Сэр? Нет, и вы туда же. Почему на этой работе никто больше доли секунды не может продержаться? Пам-п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 ам. Пам-п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 ам. Мистер Сэдлер. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Bring me a dream. Пам-пам-пам-пам. Make him the cutest that I've ever seen. Пам-пам-пам-пам. Give him two lips. Йо-хоу! Йо-хо-йо-хо-йо-хо-хоу! О, трамплинчик! Йо-хоу! О, чёрт! What the fuck? Что за дерьмо со мной случилось? Мы повисли в воздухе, ребят. Воу! Нет, мой железный конь. Я тебя оттуда достану, но пока не знаю как. Ребят, помогите, пожалуйста. У меня для вас охуительная история. Ребят, вы чего? Вам не нравится, что я в трусах, что ли? Извините, но яйцам тоже воздух нужен. Ладно, конь мой жестяной, сейчас я попытаюсь тебя оттуда достать. Будем надеяться на лучшее. Опа. О. Держись, малыш, не смотри вниз. Ха, прикол. Да, обязательно шлем надеваем. Погнали. Ай, блядь, это было больно. Черт, я весь в крови. Шлем нихера не помог, друзья. Какого черта? Моцик сломался. Тварь ебаная. Прости, чувак. Я не нарочно, я только что упал с крыши, у меня из носа течет кровь, я в трусах, не бей меня из жалости хотя бы. Друзья, как всегда, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, поставьте лайк, если вам не жалко, а я буду на вопросы отвечать. Мармо, какой твой любимый цвет? Как графический дизайнер хочу сказать, что все цвета красивые. Да, все зависит от того, где эти цвета применяются и насколько гармонично они смотрятся. И я в этом плане не однолюб. Мне вся палитра нравится. Мармок, ты все игры проходишь до конца? Не совсем понятно, почему в конце троеточие, но давайте будем считать, что здесь вопросительный знак. Нет, но хотелось бы, потому что зачастую бывает, что игру не успеваю пройти. Но видео же монтировать надо, потом новая неделя и новая игра соответственно. Часто я такие игры не удаляю, в смысле, что как-нибудь добью, но такое редко бывает, к сожалению. Мармок, скажи, пожалуйста, свой рост. Просто интересно. А ты чё такой любопытный? Ладно, шучу. Мой рост составляет 173 сантиметра. Надеюсь, ты счастлив. А здесь был грёбаный Мармок и Sleeping Dogs. А спящие, сука, псины. До следующей пятницы, красавчики. Пока.